Так, погнали. Опа. Сначала с байкерской рыбы, я весь потный, жарко. Нельзя не с... Наконец-то я себе удочку взял впервые в жизни. Никогда удочки вообще не покупал. Да. Наш, молодец. Нет. Иди. Гуляйте. А, с Чарли тебя замучил. Опа, опа. Вот она, шуст. Так. Будете выпендриваться, получите у меня все. С питбулями нужно строго, ребята. А то я читаю комментарии, диву даюсь, думаю, какие у нас люди. Не зря говорят, питбуль для избранных людей. Тут нужно стержень иметь. Не будешь иметь, тут это вам кажется, что так, а, ничего, надо с ними ласково, то, только. Не получится с ними только ласково. Иначе драк. Драки будут постоянно. Так. Так, так, так. Купаем их одним словом. Ох, смотри, боже, стоечки. Ну что, это будет интересное занятие. Одно дело 2 метра удочек, а другое дело уже удочка настоящая. Так, что видно на ней есть? Нет. Иди проходитесь. Да. Ой, запуталась ты. Надеюсь, не отдали. Возьми. Ага. Теперь плавайте. На здоровечко. Юху. А? О, блин. Вот она, красота наша. Вот она. Вот это я понимаю плавание. Спайк не поймет. Новая игрушка. Далеко. Тут надо плавать. Опа. Опа. Кайф. Это кайф, ребята, отвечаю. Класса. Опа. Ребята, как вам? Мы так, налегке, ребят, без эмоций особо. Нам чисто надо наших бандюганчиков натренировать, накупать, как говорится. Опа! Ой, молодец, Кьяр. Ой, я вообще сам бы попал. Это классная вещь. Хорошо я придумал, ребят. Все-таки. Опа. Опа. Хорошо я придумал, да, ребят? Смотрите. Опа. Спайк, давай, вперед. Спайк, вперед. Вот она. Вот она, красота какая. Ребята, они тут как хищники плавают. Все серьезно и опасно. Так, в телегу мы поперли. Залетайте в телегу. Новые ролики, выпуски сразу можете увидеть на Бусти. А вылезем, а вылезем, а вылезем. Опа. Опа, опа, опа. У-ху. Опа, хорошо.
Да, спать, тебе тоже да. Он хочет с прыжка, понимаешь? Спайк думает, ну вас нахрен. С этими новыми удочками. Спайк, давай, давай, давай. Спайк, давай. Ой, тайна красота моя. Киара быстрее него, что ли, плыви? Да дальше, чтобы спайк тоже попробовал. Вот. 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 Вот это я понимаю занятие. Это очень хорошее плавание. Это вообще прекрасное занятие. Молодцы. Сейчас на берег. На берег сейчас вот так. Она пружинит. Класс вообще. У-ху. У-ху. Опа, она по-другому пружинит, собаки еще не поймут, что за прикол. Давай, Спайк, вперед! Ай, молодец! Ай, красавчик мой! Опа. Опа! Ю-ху, опа! Видали? Кайф, кайфодром называется. Опа, молодец, Кер. Вот это я понимаю. Можно заниматься все лето, кайфовать. Даже осень. Это лучшая тренировочка. Лучшая. Вот Киара шустра, а. Как она шустро бегает по воде, а. Опа. Молодцы. Молодец, Спайк понимает, когда устает, мне кажется. Но он с умом все делает. Опа. Тише, тише. Тише, тише. На берег, на берег. Дай, дай. Лира, дай. Дай, дай. Дай, дай. Дай, дай. Дай, дай. Опа. Красотка, Киа. Спайк, давай, вперед. Вот она красота, вот она красота. И бутылка у нас крутая, нашел это. От стеклоочистителя бутылка была. Кайф, да, ребят? В натуре, да, это кайф. Бамбарби, акир, гуду. Ох, блин, этикетка улетела. Как удочку закидывают. Опа! Блин, надо... Сейчас. Надо же следить за ними, чтоб, не дай бог, не... Вот она! Вот она, красота моя! Вот она! Вот она! Вот она! Опа! Киарка монстр. Она... Мощь! Так, ребятки, вы, наверное, все. Вы, наверное, все. Все, все, все. Это уже хорошая была тренировочка. Все, нельзя. Нельзя. Молодцы, все, отдыхай. Нельзя, Киара. Киара, нельзя. Молодцы мои. Ай, красавчики. Пойдем, Киарка ум. Как она устала. Вот азартная. Ну, хоть не жаркая. Лучшая Киарка, лучший Спайк, молодцы. Киарка лучшая. Молодцы, давай, 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 под солнцем не будем стоять. Молодцы. Иди, блин, Спайк, все, теперь чистенький. Так, это же... Спокойно! Побежали. Чё, хорошо, комаров нет. Бомба. Жарко.
Дети уже искупались. Вы готовы, да? Нет. Погнали! Погнали! Муса пробуксовал на месте. Все, мусу зали, мусу Багира быстрее плывет просто. Я хочу, чтобы муса тоже дотронулся, но Багира шустрит. Опа-на! Красота какая! Чтобы муса клацнул. Опа! Опа! Багира шустро сейчас устанет. Так, выходим из воды. Плавно выходим. Плавно выходим. Опа! Она прыгает так, не понятно. Опа. Опа-на. Вперед. Опа-на. Тихо выходим. Нет, нормально. Нормально, да? Тогда работаем дальше. На перерез муска взялся. На перерез. Но не смогли они вытащить ее. Комментаторская позиция. Опа-на! Так, не тонуть, а то мне придется нырять за вами на вас на. Опа! Опа-на! На пролом! Ай, на пролом! Ю-ху! Молодцы! Так, чуть отдохнуть, чуть отдохнуть. Так, наверху подержу. То они у нас скоростные. Опа! Багира, брат! Эй, Багира! Фу, молодец. Пробила, ё-макарю. Давай, возьми. Так. Это уже плохо. Пробила, да? Гоняем. Не покладая удочки. Как она смогла, а? Всё-таки. Опа! Молодец, Багира, муса, молодцы. Машины вы у меня, машины. А вес-то большой стал. Ребят, вам видно, надеюсь. Что тут творится? Что тут творится? Что тут творится? Муса тяжело, Багира легче, вот им легче дается это. Опа! Муса уже еле плавает. Надо на берег.
местах, на, чтобы они отдохнулись. Надо, чтобы отдохнули. Нет. Вперед. Вот она. Опа-на. Опа-на. Шикарное занятие я придумал. Шикар. Это вообще милое самое дело. Главное, недолго, чтобы азарт не потеряли. Надо следить, чтобы не устали сильно, да? Стоп! 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 Нет! Уйди! Уйди! Нет! Уйди! Стоп! Отдыхаем. Нельзя. Нет! У нас еще пара есть, подожди. Нам так не пойдет. Мою. Блин, грязь еще знал. Мои сладкие. Нет. Нет. Возьми. Муса понял, что можно его взять. Теперь они будут газовать еще больше. Последний заход и все. Им хватит. По чуть-чуть, ребят, по чуть-чуть. Зачем переутройка? Потому что мы готовим их к боям или к выставке. Мы налегке. Зачем собак мучиться? Да я беру и да опа! Опа-на! А могу еще дальше закинуть-то я? Могу. Как оно с воды выпрыгивает? Удивительно, да? Давайте. Опа! Вот так вот. Это уже другой компот, как говорится. Как говорится. Это уже другой компот. Удочка набирает воду, баклашечка. Она как будто плавает, как ора. Ой, как будто бежит по воде. Опа. Еще разок. И харе. Ну еще лап. Это очень шикарная тренировка. Все тело тренируется. Опа. Опа. Стоп, стоп, стоп. А ну иди. Нельзя. Молодцы. Да устал. А что, живот полный? Я не понимаю, почему. Воды нахлебалось или что-то другое? Пойдем, нельзя. Пойдем, Мус. Мус, каймал. Муса! Сюда иди, говорю. Молодец, Багир. А, это спасательный круг был. Пойдем, Муса! Умничка, Багир, пойдем. Муса, сюда иди. Пока Киаре первое место дадем. Потом Багирке, Муске. Спайк пока на последнем. Багира больше всех... Ой, Киара с ее возрастом больше всех хотела взять. Ну... Багира тоже. В Багире лучше всего тело приспособлено. Молодец. Молодчики. Колобка тоже берем, поэтому все снасти с собой. Если нападут вдруг на колобка, чтобы я мог по одному разъединить. На всякий, во-первых. Троих берем. Тише, тише. Угомонились, говорю. Угомонились. Тише. Тише, блин.
Ара! Сейчас по башке тебе... Тресну тебе сейчас по башке! Чё ты провоцируешь? Угомонился! Сумасшедший! Иди, иди. С ними жестко надо, жестко, кто не знает. Колобок вместе с нами будет купаться. Нравится. Три собаки это кайф. Втроем когда. Так, камеру не выключай. Так, стейки вон у нас одни. Там на озере есть. С собой есть. Угомонились! А, я забыл. Кричать же нельзя, наши подписчики ругаются. Кричать нельзя. А чё они баллонок не смотрят, эти, кто говорят, не кричи. Баллоны, котят там. Куча ж контента, где все спокойно и мягко. А у нас питбули. Серьезная порода, очень азартная. Тише! Так. Все же искупаем, да? Сейчас вас погоняю хорошенечко. Так, сюда не ссать, колобок. Колобок любитель попить. Сейчас. Вот машина. Натурем машину. То, свет. Кошки включили свет, ребят. Заходите в телегу. А, я уже рассказал. Тише! Вот так. Ой-ой-ой. Что они творят? И колобок тоже попер. Это что за контент? Араб забыл, как надо плавать. Вот так, вот так. У-ху-ху. И колобок. Что-то араб забыл, как надо плавать. Ничего, вспомни. Колобок. У-ху-ху. Как ты тогда плавал, арабе? Тише! А колобок, отвали! Вперед! Опа! Колобок! Колобок, не кусай никого-то! Тише, тише, тише! А ну пусть выйдут на берег. Ноги забиваются. Тише, колобок. У-ху. Колобок. Ай, хорошо. Хорошо. Вот это занятие. Вот это экстрим вам, да? Опа. Опа-на. Вот это видео, да, ребят? Опа-на! Обманули все. Ай, араб разучился плавать. Сейчас его пустить хочет. Угомонились. Колобок! Откусишь кое-что ему, потом что будет? Кто будет производитель такой шикарной породы? О! О, араб научился, уже устал. Ноги высоко не поднимает. Да не надо высоко поднимать. Араб, скорость, давай, давай, давай. Опа-на. Хорошо на друг друга, нет? Молодец, колобок, давай. Газ, колобок похудел. Колобок на них охотится. Ему не нравится, что они ругают. Фу! Кими, ты сучка такая. Ты что его трогаешь, блин? А если... Эй, колобок! Колобок! Шкуру куда портишь ему? Хорошо.
Тише. Блин. А чтоб они в разных этих плоскостях. Колобок! Дурак. Ну получишь же ты. Это она наполнила, да? Опа. Кими, угомонись. Что вы рядом плаваете, а? Невоспитанные, боюсь задраться. Стоп! Стоп! Нельзя! Уйди! Нет! Нет! Колобок, ты на себя не похож, подождите. Нельзя. Нет! Нет! Колобка узнаете? Колобка узнаете? Нельзя. На колобка посмотри. Он на самом деле очень худой, поэтому он быстро бегает. Это просто шерсть. Блин, ты чё? Я тебя сейчас поломаю нахрен. Будешь... Уйди. Кими, уйди. Уйди с удочки. Уйди. Уйди. Нет. Нет. Возьми. Молодцы. Араб, ты чё, забыл, как плавать надо? Колобок! Лишь бы я не упал с айфонами, с моего прошка. Колобок! Колобок! Тебя за... Молодец, Араб. Перегрелась камера. Ой, блин, стоп. Возьми. Колобок, колобок! Еще она греет. Молодец, колобок. Арш. Только под воду мне не уйдите. Перегревается, выключается. Но нам некогда ждать GoPro. Раб, ты в воде бежать не сможешь, да? Вот так лучше будет. Ой, колобок ты тип, конечно. Опа-на. Кимка устала, по-моему. Нет. Они воздух глотают. Видите, надулся, сейчас она рыгнула воздухом. Возьми. Я тебе дам, укусить хотел, Ким. Бесстрашный колобуска. Он терьер какой-то. Жгуч. Молодец. Опа. Блин, хорошая удочка вещь, я заценил. Так что пользуйтесь.
Куча шипов на себя. Прыгнул, дурак, блин. На забор. Стой. Это аж пит. Как сумасшедший. Нет. Возьми. Помучился хорошенечко. Не увидели, он как в забор не врезался всей морды. Бедный колобок уже вафель. Ой, блин. Мост. Так не колобок, это зверь. Лохнесское чудовище, отдыхай. Последний раз. Нет! Возьми. Очень азартный, что кими, что ар... Блин, чуть не упал. Здесь уже... А вы можете отсоединиться друг от друга? Вязка закончена уже. Давным-давно. Монстры, просто монстры. Ребят, занятие супер, да? Супер просто. Кимка устает. У кого вес больше, тот быстрее чуть устает и тонет. Только это колобку неизвестно, как можно вообще уставать. Чуть-чуть места мало. Все, харе. Тихо. Пока араб не пришел. Нет. Ну давай еще разок. Возьми. Так, пока плывут, я убираю. От этих убить. Все, нет. Все, молодцы. Нельзя. Ай, красавчики, нельзя, араб. Пойдем, араб, кими. Все, мы отдыхаем. Зачем убираться? Красавчики.